Всем привет, дорогие подписчики! Как я вам обещал, мы будем играть в Монополию. Тогда... Женя, как его фишку выбираешь? Машину! Ладно, я возьму собаку. Ставим на поле вперед. Вот поле вперед. И все улицы. И у нас у каждого полторы тысячи. Ой, простите. У меня просто упал телефон. Смотрите, вот здесь надо заплатить 200. Ну, они все это узнают в процессе игры. Вам понятно, ребята? Понятно, они сказали уже. Ладно, начинаем. Я! Ладно, давай. 4. 4 буду ходить. А на меня тут на что? 4 ходи. Да тут же я сюда попаду. Ну ходи, у тебя не на что меняться. Опа, ребята, Женя попался на налог. Заплатить ему нужно 400. 200 в банк. Давай, Женя, 200. Теперь мой ход. Теперь кидаю я. Вот, у меня выпало 2. И сделка. Общественная казна. Так. Банковская ошибка. В вашу пользу получите 200. Опа-на! Я Жене на 200 получаю. Теперь у меня не 1500. Теперь у меня 1700. Вот, ходи, Евгений. У Жени выпалось 8. 2, 3, 4, 5, 8. Электростанция. Покупаешь или аукцион? Покупаю. 150. Вот это твои 50. 150. Вот. Давай, дай мне карту. Друзья, значит, вот так вам нужно играть. А потом я буду снимать еще игры, а когда у меня появится Лего, я буду снимать еще и на Лего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!